Лучший результат сезона в мире 6.50. Юниэл Перес, который, кстати, побежит у нас в следующем забеге. Так что лидер мирового сезона на русской зиме. Ну, а пока первый забег. Ну, напомню, формула 2+2, как и предыдущих. И вот Коллинс мощно стартовал. Посмотрите, как бежит классно, а? И Салам второй. Ну, не стареет душой ветераны. 6.58 для забега. Это очень и очень быстро. Очень прилично. И в этом году Коллинс еще так не бежал быстро. Ну, точнее, бежал, но повторил свой результат. Но это было в финале в Дюссельдорфе. А сейчас это в забеге показывают. Ну, Лена, здравствуйте. Не будем больше томить. Как тебе Ким Коллинс? Красавчик. Молодец, просто есть кого брать примеры. Молодец. Лен, на кого сегодня ставишь прыжки с шестом?